Всем привет, народ! В этом видео вы увидите новую карту Clash Royale в деле. Также я скажу, что она выйдет 5 июня, по моим расчетам. Но, народ, смотрите, это два скелетика дракона. Это просто жесть. Посмотрим, сколько они делают тычек. 2, так, 4, 5 и 6 они делают тычек по главной башне. Так, сейчас давайте посмотрим, как они действуют против ордоминьонов. Такс. Они законтрили ее на изи. Просто на изи. Что же. И они еще дальше смогут наносить урон вышке. Так. Давайте посмотрим, что будут здесь делать дальше. Как видите, новая карта против банды варваров. Напомню, что оригинальное видео есть ссылка в описании. Так, и здесь они опять же законтрились просто на изях. Так, два дракончика сейчас снова пойдут на вышку. Как видите, против фаера они полностью умирают. Так, теперь дракончик против дракончика, только скелетного. Посмотрим, выстоят они или нет. Так, нет, все же они проигрывают. И у дракончика остается чуть-чуть мало хп. Так, теперь посмотрим, как эти дракончики на дефе. Драконы против драконов, можно так сказать. И их опять уничтожают фаером. Получается, фаером их уничтожить, по-моему, можно будет любого уровня. Так, посмотрим, что они делают на дефе. Можно ли их вообще для этого использовать. Но против эликсирного голема, как видите, довольно неплохо они справляются, но он все равно наносит тычки. Так. Так, народ, а сейчас мы посмотрим, как они будут действовать с големом в одной колоде. Как смотрите, голем танкует, а дракончики сзади прикрывают. Ну, в принципе, неплохо так. Но, можно сказать, попробовать это сочетание, как видите. Голем хорошо танканул, а дракончики пока все зачистили и долетели. Так, они полетели на главную вышку, но мы этого не увидим. Так. Теперь смотрим, как они уничтожают свинок. Хотя им там, конечно, помогали ведьма и мега-миньон. Как видите, вот оно, народ, основание, так сказать, этой карты. У него будет 207 хп, 642 здоровья. Но думаю, народ, это все-таки неплохо. Что же, всем спасибо, кто посмотрел видос. Ставьте лайки.